дорогие болельщики футбольного клуба Тюмень. Я бы хотел поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать вам в будущем году крепкого здоровья, семейного благополучия, теплоты и добра в ваших семьях. Нам бы хотелось, чтобы в следующем году вас было как минимум не меньше, а лучше гораздо больше на стадионе. Чтобы вы поддерживали нас в минуты как разочарования, так и радости. Приходите на стадион, поддерживайте нас, а мы, в свою очередь, обещаем вам стараться в каждом матче радовать вас голами, красивыми комбинациями, победами. С Новым годом и Рождеством!